21 июля 2019 год, Бобровка. Заросла Бобровочка за те 20 лет, что я здесь не был. Конечно, капитальнейшим образом. Я тут ничего не знаю. Ну, 20 лет назад тебя еще не было, сынуля. Вот этих камышей раньше не было. На 10 лет назад. Пляжик маленький, узенький, песочек есть хорошо, но, конечно, крайне ограниченное пространство. Круто. Поехали.